Вон, А чисто пояс? Ради комнаты. Да. Ну, я могу зайти, но да, пояс, конечно, жалко. Ну, ты сам думай, я тебя не буду заставлять. Тогда на ханте закрывай, ебать. Если ты на ханте пойдешь, то у нас сейчас нету второго человека, который пойдет в комнату. А что ты думаешь, за поезд, что не бал, не пойдет? Нет, ну, может... Ну да, ебать, пояс. Да пал не закроет, ну как пал закроет? Как, блядь, бьет он в умели, хилится, блядь. Я просто не уверен, что, Ганнибал сможет забрать его быстро. Ганнибал слабее, чем Коба. Ганнибалу стоит оставаться в милизоне и сливать, кливать. Ганнибала, я просто боюсь, что Ганнибала его там сожрет дебаф. Я же говорю, если идти в комнату, то Кобе. Ганнибал остается Коба, кливать, да, бесов. Вот, пускай Коба. А если мы Кобу отправим в комнату, то у нас пропадает еще дополнительно большой ДПС, да, в адов. Да босса, там боссы убиваются не уроном, там босс убивается тактикой. Так же, как и вот гнев. И вообще похуй, сколько там урона. Ну, урон-то важен в мобов. Вот да, именно, надо мобов вставать быстрее. Ну, такое, мы можем трайнуть, типа, попробовать. Ну, я не знаю, а что, на ханте вообще никаких вариантов закрыть комнату? Да, блядь, он не хилится, да, ему понятно. Надо подходить. Ну, пал, знаешь, тоже нихуя не хилится, медленно сквозь атаки у него. Он пал, в мили-зоне его бьет. Тихо, спокойно. Жень, смотри, прикол. Почему не может Монки на ханте? Там стоит бес. Сферы спавнятся именно ровно в бесе, то есть прямо в бесе от удара. Монки, ну, там важно, чтобы скорость атаки была высокая. Так как он да, там... Какая скорость атаки, быстрая скорость атаки не решает ничего. Я там просто в упор не смогу, когда наносит урон. Я не смогу его в упор дамажить, да, я и понял. При этом еще сферы брать. Появляются сферы, когда ты по нему автоатакой бьешь, правильно? Ну, автоатаки, спылы, чем угодно. Ну, правильно. Ну, откуда у тебя пал возьмет много, блядь, урона быстро? Я имею в виду много именно атак. Ну, потому что пал, высокая скорость атаки. 4 прожмет, крылья. Ну, ок, пал давайте может попробуем. Стан дать, и стан, насколько я помню, он дамажит, правильно? Чего нет. Стан? Нет. Ну, он дамаг наносит? Нет. Ну, я могу просто на шамана сейчас сразу зайти и все. Да не надо, давай Коба тогда встанет, попробуем так. Коба заебись пройдет, я говорю, чё, блядь, крылья оставит и все, блядь. Он там этого не сразу. Коба-то встанет, а трэш заливать кто будет? Да вот ебать, именно. Да зальется вот, трэш. Да. Чего вы так переживаете за трэш-то, блядь? Ну у нас на трэш, блядь, остается Ганнибал. Плюс у нас Коба так-то, у него глиф, по-моему, на стан. Да, у этого тоже. У меня здесь фласки на саппорт пьются. Ганнибал тоже самый спек. Нет, ну типа там Коба же брал на стан, чтобы... Я убрал его уже. А, все, понял. А, ты, значит, для рейда перебил талы? Нет, я символ перебил. А сейчас будет не успевать, да, ретрик? Нет. Сейчас ретрик не будет успевать давать станы, да? Ну там когда 30 секунд, а с глифом 15 секунд. Ну 30 секунд, наверное, не будет, но тогда проще, ну, разным давать. Типа двум. У нас же еще он сколько паладинов Валера может давать, и этот Ганнибал могут вам давать. Все. Ну, в смысле, бесы, когда подбегают милизону, дать им стан? Да, да, да. Ну, типа, первому, например, дает Ганнибал, второй пачки ты, и так по очереди. Понятно. Хорошо. Лучше, ну, это не важно, да. Так, ну, я, короче, спекнулся. Нам, к сожалению, почему нельзя Монки убирать с ханта агро? Это будет большая проблема. Так вот, сохраните. Оно на мне будет как раз-таки всегда. Короче, мы получаем... Не, Валер, сейчас... на самом деле с агро у вас проблем меняться не будет. Потому что вы меняться будете, да, агро будет у вас нормально. Я с пула наберу без напула агро нормально. Да, блядь. Вы там на 4 стаках будете, по-моему, меняться, так что с агро у вас проблем не должно быть. Сейчас релок прописал. Ну кто у нас в милизоне? Надо еще кого-то на милизону ставить, просто одного, конечно, маловато человека. Наоборот, на милизону нужно меньше людей. Так, успеем ли мы вообще убить? Я типа о том, что меньше людей, чтобы меньше взорвалось. Ну, угу. Сейчас метки расставлю, объясню, кто где стоит. Вот. Нормально, да, будет? Я думаю, нормально. И вот так вот. Всем привет. Привет. О, появился. Ш
Шамиль, где ты был, блядь? Вот просто вот ты мне нужен был. Ну ладно, зато он кольцо Ганнибал болтал. Бля, неровно. У меня экзамен был. Ну, вообще. Мы тебя материли. Так, короче, босс танкуется в черепе. РДД, я имею в виду, что кто у нас. Все РДД становятся в крест, кроме Локла. Локл, ты в луне, а Коба, ты стоишь в квадрате. Всегда ты АФК стоишь в квадрате, прям с пула. Хорошо? Угу. Вы ловите метеориты, получается, появляются мобы. Там Локл, ты, ну, стопай в эту секунду ДПС, когда в тебя метеорит упал, чтобы они прибежали. Ну, там, если, получается, порча кидается... А, кстати, Коба, ты можешь один метеорит эвейдить баблом, я так понимаю, да? Не знаю, Боб заэвейдит или нет. Как чтобы правильно. Урон с него не получать. Чтобы урон с него не получать. Типа, когда, типа в момент, когда он начинает кастовать бабл, правильно? Ну да, да. Типа, чтобы... Ну, это всего лишь один каст такое, типа, но все равно приятно. Вот. Сомнительно, вот. На самом деле. Ну, как роги кидают этот, блядь. Хватит прожимать. А смысл, если все равно появится? Ну, он урон не получит. Там же урона, ебать, почти, на... ну, блядь, больше половины сносит. Да, он жирный, ему ничего не будет. Он, ему половину сносит. А, на семечке, правильно? Чтобы семечко не взорвалось. Все, я понял, почему кидали. Короче, если, например, на тебя Коба кидает семечко, ты жмакаешь бабл, чтобы у тебя, когда метеориты летели, семечко, грубо говоря, не прокнуло. Ну, это только один раз. Ну, понятно. Семечко и то не факт, что он у тебя кинется. Только а, почему нельзя, а почему нельзя на тех, кто стоят в ебенях, семечко сдиспелить просто? Она не диспелится. Хуя ты, блядь, нет. Молодец, нахуй. Если бы она диспелилась, было бы все гораздо проще, блядь. Нет, я просто, насколько знаю, а когда ты диспелишь, она наносит урон АОЕ. Здесь бы тогда проще было, человек бы выбегал, и его диспелили, блядь. Но она так же никто не делает. Сам подумай, блядь, насколько проще было бы. Ну вот, короче, если на тебе хуйня, это то прожимай бабл. Так только щитом удерживаешься. Вот, РДД все стоим в кресте. Ну и паладин тоже, я понимаю, что там автоатака, бьешь ману, регенишь, ну ты вроде должен доставать, держись на максимальном же, если тебе прям надо автоатака бить, то бей, я про хила. Вот, Ганнибал, твоя задача не босса бить, а ты вот стоишь под боссом, появляются мобы, то есть прилетает метеорит в квадрат или в луну, из него выпрыгивают бесы и бегут к танку. Тебе что нужно сделать? Первые бесы, когда прибегают, тебе нужно масс-стан дать, этот гнев. Они получают масс-стан, все, после этого они больше не станется, и ты, твоя приоритетная задача заливать этих мобов. Все, ты мобов убил, дамажь дальше босса. Если появились мобы, ты опять бьешь мобов. Это твой приоритет. Все, ты всегда стоишь и тупо бьешь мобов. По тебе будет там дамаг вылетать, но ничего, все это надо прохиливать. Да, чисто печать повиновения. Твоя приоритетная задача. А РДД все стоим здесь. Но если будет не успевать... Ганнибал, то давайте сразу, наверное, кто у нас, блядь, продамажит. А там в любом случае Монки будет лить АОЕ. Он ловушка. А, ну хорошо. Ну Монки, блядь, хуёво. С семечкой не подходи, когда мобы будут умирать, чтобы ты не взорвался, например, семечкой. Хорошо? Угу. Ну смотри только. Ну и все, в принципе, вся тактика. А в комнатах вы сами знаете, что делать. А мы с Войдом как меняемся? Вот пытаюсь. Смотри, поменять. Мы меняемся давай на четвертом тогда. И когда на нас кинется или на тебя, или на меня порча, то тот, кто без порчи, забирает, чтобы порча не лопнула статус. Подожди, а что за... Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под 4 стака. Я вот еще не в курсе. Когда босс кастует демоническую стрелу, она 25 тысяч урона наносит. Следующий, и он вешает дебаф стакающийся бесконечно. Да. Следующая стрела будет на 20% дольше. Дебаф висит 15 секунд. Сильнее. Ну, все, понял. Все. И там накопишь, сколько вы стаков заговорились там? 4. Ну, вот накопишь, ты скажешь, вот ты забирает. Потом ты стаки сбросил, у него забираешь, так по очереди. Ну, у тебя какой-то аддон есть, видите, это стаки? Да я, блядь, не тебя достаточно запомнить, не что ну, я все. Так смотреть. Ну, ты можешь прописать в хиллбосе. Я прописал. Но суть в том, в чем, подожди, если в любом случае, неважно сколько стаков, если, допустим, я держу босса, и на меня вешается семечко, ты должен забрать. Мне надо забрать, да. Потому что если она хлопнет, вызовется 2 злобных беса, блядь. И будет вайп. Нет, один злобный бес вылазит. По-моему, 2. Семечко, 2 злобных беса. Один, когда портал не закрывается. Да, все, да, все, один на портале, да, точно. Ты, Валера, себе можешь в хиллботе прописать, добавить. Я прописал. Ну все, так, короче. Вот, я говорил. Типа, что? У нас же есть стяжка, типа, ну, там, сальва. И о том, что когда в миличниках находится семечко, по-хорошему бы давать ее, потому что, ну, уменьшить необходимый урон в, ну, в
кого-то из нас, чтобы семечко в миличниках не взорвалось, и бесы не вышли. Так, у нас, если мы семечко получаем, мы урон вообще никакой почти не лутаем. Только от семечка. Ну вот, а семечко же взрывается при получении определенного урона. Так, а бесы это будут взрываться далеко от креста? Так, я говорю про миличников и танков. А, милик, так у нас только танки и Ганнибал, да. Ну вот, чтобы на них сейвы давать какие-то, чтобы не взорвалась семечко в милишниках, и мы не полутали бесы. Ну, так же, например, Ганнибал, если на тебе семечко кинулось, я скажу, то нажми бабл, нажми 50 на 50. Вот, а танки сами прожмутся, я думаю. Че, видишь, Коба только может дать этот Сакру, например. Да. Но в нему метеорит прилетит, то он нахуй развалится вместе с Сакрой с сейвой. Да. Тилу, у нас, подожди, ну вот, вот у нас, смотри, что, мы можем... Раз у Валеры, я вижу, есть. У Степаниды есть. Да им невыгодно стягивать. ГКД пиздец долго. Хилу здесь, хилу здесь некогда тратить ГКД на вот это говно. Он тут вообще потеет, хил пиздец. Оно хоть как-то поможет, типа, на уменьшение не, бесов. Че смеяться? Я буду прожимать, когда, если скажет Женька массакру дать, я дам массакру, если он увидит, что по хилботу, что... Ну хорошо, давай, если на двух людях будет семечко, тогда массакру только, а так хуй забиваем. Милики, два милика. Да, 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 я имею в виду. Все, договорились. Слишком много пиздим, короче, давайте пробовать траить. Это, ну, давай я буду первым. Вот Милика, получается, Ганнибал, Войт и Валера, вы должны саппорты выпить. Остальные, те, кто стоят дамажат в кресте, вы можете из ДДшно остаться, вот там похуй. И саппорты, получается, Локу желательно, и Коби выпить. Еще один нюанс. Мы танк убить тоже, а уешь здесь печатью, чтобы бесов тоже кливать? Да, да бей, конечно, тебе агро надо них удержать. Все вдруг быстрее их не убьют. Понял. Еще раз, мне саппорт пить? Да, на тебя метеориты будут падать, чтобы меньше урона наносил. Все равно ты дамажишь. Помнишь, что у тебя, короче, когда у тебя появится кнопка медитации, перед тем, как ее нажать, ты кричишь, чтобы тебя на фул прохилили. Да что ты учишь, я в курсе. Только ты, главное, смотри, ты, главное, щит пресси только в момент, когда ты прожал медитацию. То есть, нажал, да, я на нем буду всегда поддерживать щит, потому что метеориты саны. Не нужно быть всегда... Он же выходил из этой вашей комнаты живым. Все, короче, ладно, даю счет на пул и забегаем. Семечки мы что, выносим или оставляем? Не-не, на вас из семечки кидаются, вы стоите в кресте, ДРДшники, и бесы, взрывающиеся под боссом, до вас не достают. То есть семечко не взорвется. Вы просто тупо АФК дамажите, стоите босса, кто в кресте. Да, все, по факту босс убивается шаманом и хантом. Где, блядь, нахуй? Ваша задача нанести 22 ляма. Шаман, хант, сова. А, сова, а точно. Убежали свои метки. Бел? Бел? Семечко на мне. Я вижу. Фок. Я вижу два стака. Ух ты ж, блядь. И чё, как здесь семечко появилось? Или мне показалось? Я показал. Фок. Это не семечко. Коба, а, метеорит, что ли? Коба, слишком дальше отойди. Слишком далеко ходить стоите. Немножечко ближе, кто на кресте. Со ступеньки слезьте. Забрал. Нет, Коба, ты должен... Ну, я, назад, блядь, забрал. Чего? Тебя кастую. Не, он на тебе. Я стою в квадрате, как стояли, и все, как сказали. Нет, ты не понял, нужно отойти чуть подальше, потому что бесы летят... Блядь, мне сказали в квадрате стоять. Тихо, 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 все, ок, мы подошли. Вы нам мешаете, хилича. Меня убили бесы. Меня бесы съели, ребят, но вы их не агрите. А, они же не агрят, блядь. Он не его меня идет. Убили злобные бесы. Понимаю. Это вот эти, которые с метеорита появляются или откуда? С метеорита 5 штук. С метеорита 4. Злобные бесы это с порча. Коба, да. Выбеги назад, ты чё? А, ну это скорее всего, потому что метеориты нас полетели. Далековато, да, нужно... Короче, смотри, нет, вы можете правильно там стать, просто нам нужно чуть-чуть подальше с Кобой отойти. Я подальше отошел и в меня... Нет, ты не понимаешь, что не так работает. Работает логика босса так, что у него есть определенный радиус вокруг него, допустим, это 10 метров. Все, кто стоят за 10 метрами, могут полутать метеорит. И мы стояли, видимо, за... Далеко стояли, да, вы слышали. Ну да, видимо, за мы стояли. То есть это не важно, где вы будете стоять, насколько далеко. Мы просто сейчас я метку переставим. Да, нам нужно прикол, вот череп... Прикол в том, что все бесы в меня летели, типа в Кобу не... Ну потому что ты залетел. Дальше метки встал. Зачем? Секунду, секунду. Войд залетел, нет. И он стоял именно в центре круга, в центре.
Нам, получается, нужно залететь, вот где череп стоит, нам нужно ровно туда поставить же босса, но развернуться к вам, чтобы, грубо говоря, босс смотрел ебалом на вас. Чтобы мы к вам были ближе. По логике. Не надо так делать. Потому Почему? Что если семечко взорвется, вы нас, блядь... Да, да, да. И мобы к вам будут, то есть, ближе к нам подбегать. То есть, вы сами должны стоять в центре. Мы достаем, все ок, там, дело не в теле. Нет, ну, значит, босс должен стоять ровно в черепе. Ну, и Ганнибал в таком случае должен стоять тоже перед лицом босса. Да, да. Ну, его... Подвинул, ему босса вообще не надо бить. Его я подвинул, крест, я подвинул, все ок. Сейчас Ганнибал, не рассчитали немножко с метеоритами. Ганнибал, вот, а как с микрофоном? Ты можешь постоянно говорить в случае чего? А что говорить? Ну, ты когда мастан сдаешь, под первого беса прибегает, вот эта пачка с метеорита, ты даешь мастан, ты это озвучиваешь, что ты сдал мастан и погнал этих бесов хуячить. Просто чтобы я знал, что следующий, чтобы я знал, что следующий на мне. Окей. Еще раз, что с метеоритами и почему они в локал полетели? Так это нормально. Они все могут лететь только в нет, лок. Так, а, нет, видишь, а моя задача видишь, в чем тогда, я не понимаю. Нет, сейчас была очень тупая, странная херня, потому что мы сейчас встали нормально, но бесы полетели в крест. Я сделал шаг назад, бесы полетели чисто в меня. Да, это случайность, больше. Это случайно. Потому что я всем сказал подвинуться, мы подвинулись к боссу. Моя задача ну, в чем вот. На этом боссе? Смотри, у вас шанс 50 на 50, что либо в тебя полетит, либо в локло полетит. Могут вообще все в тебя лететь, могут все в локло. Это, блядь, тупо рандом. И твоя задача в том, что ты стоишь, ловишь метеориты и закрыть комнату, потому что комната кидается только на тех, кто стоит, тот, кто ловит метеориты, короче. Все, понимаешь? Понял. И ты должен закрыть комнату. Чтобы комната не кинулась на кого-то другого, поэтому ты там стоишь. Так, а я рыбу не ставил, да? Этот, вы мне объясните, сейчас на ком порча задамажилась, что вышло злобное место? Ну, вот я не могу тебя пиздануть сейчас. Но, скорее всего, то, что у нас метеориты полетели. Кого-то порча была, и кого-то метеорит упал. Короче, я одну хуйню знаю. Чтобы бесы не задамажили порчу, нужно просто их сливать, как только они выходят. Ну, это понятно. Так у нас просто мало ДПСа массового. Они еще, видишь, сейчас хуёво просто, стоит. Сейчас просто путаница была, и все. Ну, сейчас тоже там, например... Посмотрим, хватит нам ДПС. Хожу, например, бей цепнухой там. Ну, такие типа темы, что так и так их кидаете. Он и бил. Ну, я просто напоминаю. Да, у тебя туча АОЕ не дамажит нормально. Ты, там не, не надо. Ты дамажь босса и просто прожимай, когда у тебя не в КД этот, блядь, звездопад и все. Именно этот... под мобов. Аркрайт, да, я выяснил, там за сову бесов бей. Просто как и босса бьешь так же. То есть гнев, дотку повешал, да, гнев. Не надо бесов бить. Да, прокнула лунная, бьешь звездным. Говорю, не бей бесов вообще, только звездным огнем. Бес и так должен умирать, иначе он босса никогда не убьет. Да. У нас просто мана у хилов сядет. Так, ладно, что бафы надо скинуть. Ой, блядь. Сейчас поймем. Вроде уже более-менее картинка вырисовывается, как нужно закрывать. Сейчас поем. Сложно, хули. А бабл я жму на любую семечку, да? Да. Да, ну, да. У тебя семечка прилетает, ты прожимаешь бабл. Да, 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 да. Снимаешь с себя ее. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Уезжаем. То есть на ступеньку РДД вы не заступаете, вы стоите вот перед ступенькой. Да, он встанет. Сапкину, отойдите, вы чё? Слишком далеко стоите. О, он всё, заебись. Он не реагировал. Ожу отрывает. Ганнибал, мастан, пошел убить. Ганнибал, цепичка, сдай с этого стяжку, Валера. Сдал. Мастан сдал. Ганнибал, лей. Войд забираю. Нет, демона. Войд, отдай босса. Он на тебе. Отлично, тебе семечко еще попутно. Аркрайт семечко попутно. Прохиньте меня, сейчас медитировать буду, прохиньте быстрее. Поднял щит, дал. Давай, я пошел. Забери босса. Метка на меня. Массовый стан сдал на беса.
прям гораздо легче, ебать, хили. Кобу, кобу поднимаем. Коба сейчас будет фулл урон, ебать, получать. Сможешь, Валера, стяни с него точно. Сейчас. Забираем. Я готов забираем. Заходить. Я захожу. Массовый стан. Дайте, Ганнибал. Если мана будет садиться, там крикнешь. Спанида. У меня-то не сядет. Блять. Ой, Коба, Коба вышел. Семечко закончится, забираешь. Да, 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 да. Ты только не взорвись сейчас. Я вышел, нормально. Сильно не выходи. Массовый стан даю. Ну, мне семечка, и сейчас метеорит. Все. Забираю. А, медитация, меня прохиливайте быстрее. Подняли, давай, беги. Дам сейчас обновление. Я пошел. Не семи. Так, на мне почему-то это, блядь, комната. Блядь. И на мне, нахуй, метка демона. Вот охуя, но это все, мы не закроем сейчас. Ну, нахожу во сне и на Аркрайте, я вижу. И на мне тоже. Степаниде. Ну это вайб, значит она распространилась с кого-то. Кто-то... А вы когда выходите с метки, вы в нас не появляетесь? Нет. Нет. Все, можно и выйдете. Может... Короче, она появилась в кресте, скорее всего, на мне, блядь. Я, скорее всего, на остальных дал. Я вот слишком так... далеко стоял, скорее всего. А да. Ты, да, далеко стоял. Стоим, как, блядь, сначала... Не покидайте тело. Он со всеми стоял. Со всеми стоял. Не покидайте тело, не покидайте тело. Давай немножечко ближе попробуем сдвинуться. Может быть, это поможет. Ну слушай, ну уже прям видно результат. Лучше стол. Да, но только сколько мы босса снесли? 67% осталось. Ну это еще ебать огромные цифры. Ну мы сейчас, блядь, выйдем на финишную прямую, поймем, как бить. Но сейчас Цепаниды... было намного легче. Цепанидыч, у тебя сколько маны осталось? Давай шкаф сразу суманем. По телу меня резать? Кого суманем? А всего сколько? Рака Макафо. А я не знаю. А ты по телу резь. Он вон в кресте прям лежит. Так там босс сейчас появится, блядь. Да там можно резать. Не, там нормально, обойти. Нормально. Все нормально. Обойти можно. Ну, 15 косарей, плюс тебе может Аркрайт ману залить, плюс тебе танк может, когда он не это... Не танкует. Плюс я гимн могу дать. Типа, ну, но... Бор, у меня мана вообще не садится, я щитами восполняю, я там, если что, щадья кидаю, но успевает еще раз откатешься уже. Короче, нормально, просто вот этот момент с меткой. У меня вуду показывается, но вы тоже как-то должны на себе метку видеть. Да, тут если кинулась метка на тех людей, на которых не должна, это все это вайп. Тут как бы видишь ты ее, не видишь, насрать. Ну, нужно выбежать с ней. А ты не успеешь особо быстро выбежать. Ну все, тот человек уже не закроет комнату. Смысл, что ты... Она когда падает, она сразу дот наносит, и если, допустим, человек в пати был... Хотя нет, там дилей есть, там можно успеть выйти. Но да. Это там, очень там быстро. Там дилей секунда, чуть-чуть по-моему. Ближе подвинул. Просто такого не должно быть, просто будем ближе стоять, да. И все. Типа, я чуть-чуть ближе подвинул. Я в стороне стою, потому что на мне очень часто агро висит от бесов. Так это нормально? Они бесы через босса к тебе бегут? Да. Их там стан дают? Я к тому, что типа, если на мне порча висит, она на мне взорвется, скорее всего, легко. Я типа могу заклеивать РДД кем-то. Когда мобы пробегают мимо танка, то они пробегают мимо стана, грубо говоря. Они до тебя не добегут, мобы. Мне, по идее, должны всегда... У меня всегда висит лужа освещения и воет размахом. Ой, в куче, ничего страшного. Все. А размах бьет даже жопой. Если сейчас реально проблема это вылезет, то тогда уж станешь. Стой лучше со всеми. Так я исповедью, когда нас хилят, ты тоже прохиливаешься. И палу легче. Так, а это, слышишь, Ганнибал? Ганнибал, ты если видишь, что бес какой-то, например, отошел далеко ко мне, например, к луне или там, к квадрату, ты не беги к нему, потому что ты можешь перепулить на себя бесов, и они будут стоять возле луны или квадрата всей толпой. Жди, когда они сами подбегут. Все, ну давайте пробовать. Вы, да, говорите про комнаты, не забывайте, я буду вам ПС-ки давать и зубы в комнаты. Ну, Локлу только ПС-ку, ой, Коби только зубы и все. Давай восполняй. Ой, блядь, это же у меня не восполнено, дебил. Можете просто макро сделать, типа захожу в комнату.
Не, там, лучше блядь, появляется луч, нахуй, белый, как на танке. Да, я вообще не смотрю, нахуй, за эту всю хуйню, если честно. Сейчас обдоту и поехал. Ой, обхоту. Читую, блядь, сука. 5, 4, 3, 2. Мопчик за стан складывается, кстати, быстро. Да, он быстро складывается, ну. Вот стали если вот здесь. Если пружинки нажимают, то он убивается быстро. Ну, кстати, Валера, прожмись на тебя, семечко. Валера, прожмись. Да не надо ему прожиматься, его не дамажет. Да, пусть прожимается. Меня просто ничего не бьет, я не вижу смысла. Ну, то вот, начнет тебя бить. Как раз у тебя сейчас и прожимка кончится, и семечко, все. Можешь забирать, 5 стак, 6. Ну, у меня семечко было. Чем и порчи типа ниже. Беса. Коба, на тебе есть метка смерти? Да, есть. А, все окей. Скажете, как заходить будете? Захожу. Ты сейчас взорвешься же. Да, зубы заходи. Семечко. Я же попросил, встань со всеми. На мне метка. В чем проблема? Потестить. Кашка будешь заходить, я тебе это дам. ПС-ку. Угу. Таня мобов. Вот, забираю. Я не бал, давай, прохиливай, захожу. Прохиливай, дал щит. ПС-ку. Давай. Прохильте, да. Прохильте на пол. Прохили или заходи? Я... Ушел. Забрал? Угу. Метка демона на тебе. И чё? Чё? Выйди. Вышла. Чё, на ком метка демона? На Валере. На мне. Всё, это вайп. Всё, вайп. Я в миле. А как, блядь, это происходит, нахуй? Не знаю, я стою в мили-зоне, блядь, я не могу, ну, просто стоял в мили. Слушай, а может быть, может... когда ты в комнате и, как тебе сказать, типа, в центре комнаты стоишь, если в свечах бьешь моба, то ты заражаешь тех, кто в параллельной вселенной, грубо говоря. Я понял, что происходит. Это, сука, ебучие свечи лосуют. Поняли? Помните, что я рассказывал? А, не это видит, типа, тому, кому кинуть метку. Да, он не видит цель. И не может кинуть нее, выбирает другую цель, короче. А чувак уже дамажит, значит, видит, например. Ну да. Нет, дамажить ты можешь, но это проблема с боссом. Босс типа не видит. Он с свечами проблема. Ты думаешь, поэтому его у стола ставят? Нет, просто вы стойте так, чтобы между вами и да, и босса этим... свечи не было. Да. Мне кажется, в момент, когда Валера получил метку, я был у бабли. Возможно. Возможно, да. Ну тогда не тыкать. Значит, лучше бабл пусть не жмет. Нет, я могу тыкать, только надо сбрасывать сразу же. Нет, ну да. Подожди, у тебя бабл метку смерти сбрасывал с тебя? Я это не проверял. Лучше не надо. Давай лучше без бабла все равно. Нет, я бабл нет. Только семечко сбрасывал и все. Ну, семечко скидываешь, снимаешь бабл и все тогда. Хотя, блядь, в пизду тогда. Пока метки демона нет, можешь скинуть бабл, а так в пизду тогда. Так она вешается раз в какое время-то? Не сразу, но через минуту там вешается. Все, вот до этой минуты ему кинет семечко, там можно прожать. А так, пизду. Ну, блядь, ну, что-то сейчас сложнее было. Пошел на минуту. Я прям подпотел, один момент там сильно просели жестко. Угу. Короче, надо какую-то другую расстановку, раз это лосы, это пиздец. Ну, и вдруг это из-за бабла, на самом деле. Давай сейчас еще раз трайним. И в прошлый раз, когда метку получили, я тоже, по-моему, был в бабле. Скорее всего, да. Видишь, типа, локал в комнате. Вторая цель, которая, по идее, должна ловить в бабле, то есть он на нее не будет кидать. Значит, он выбирает случайную цель из-за вообще, запасов. Он должен попытаться на нее дать. Должен. Но почему-то это, блядь. А куда побежал Степанида? Типа, ты же, прошу прощения, выбираешь
цели в бабле. Ты ее дамажишь, ты просто невосприимчивость. Ну ты же дамажишь. Ну, может, у него логика такая, что он не будет, да и все, кидай. Иначе метку бы и выйдели просто. То есть выбегали бы, тыкал дебабл, и все, и он бы, блядь, никуда кидался. А интересно, старая тактика с диванами работает? Что значит с диванами? Ну, помнишь, как на конях ставишь цели, цель типа, предварительно на диван. Ну, я думаю, вот именно, что хотя, ну, вот именно, что нет, наверное. За две минуты мы в любом случае не убьем. Нет, дело не в это, я имею в виду то, чтобы они урон не получали. Да, и что? Я говорю, две минуты не, пройдет, не, и все. А человека мы бернем, второй раз бернем, и все, кончились бернем. Не, зачем бернить перед пулом босса, просто можно дать. Ну хорошо, и плюс у нас еще получается два дивана. Ну, не, это я так подумал. Не. Если так это не работает, то и... Я уверен, что это специально так сделали, чтобы не могли выйдить метку. Чтобы 100% заходили в комнату. Не выходи, монки, из кучи. Ничего не поменяется. Просто я, блядь, кастую нахуй в нас массовую, а тебя не задевает, потому что ты сбоку стоишь. Так, у меня 7 минут фласка, блядь, я перепиваю в пизду. Вон, грудак, а тут у меня еще без масла был, другой же. Точно, блядь. Надо раздуплиться уже, как эта хуета работает, блядь. Ну вот сейчас без баблов, я думаю, все сработает. Есть такое извечная тьма? Хуя себе. За предъяву. Да вроде в банке где-то была, да? Поставьте банк. Чего тьма? Ну, чтобы масло скрафтить, апешное. Не закончилось. Сейчас. Да, есть сколько? Одно? Давай. Кинь обмен. В натуре. Любая... Я раз собирал, так что не жалко. Тут любая шмотка на танка, это типа что-то с горняком связано. Ну и тут почти все эти кольчужные, типа шаманские, называются. Коба, блядь, не тот класс сделал. Ой, Коба, блядь, монки. Ебал, покушай. В смысле, у меня есть шаман. Горняка. А он якутский? Мать монки накручивает ДПС, пизда, нахуй, 24 тысячи. Ну что она уешет попутно, он хорошо. Да ладно, серьезно? Так это ж хорошо. Я же говорю, накручивает, сука. Так у меня и топ по боссу, по сути. Подходим, сейчас я обдут немножко обсчитаю и поехал. Топ, топ что-то. Стой только в куче топ. Два, один. ДПСер. Темничка новая. Ой, да. На тебе есть темничка. Я забрал. Угу, стоп. Можешь под этих прожаться, Войт, под зверей. Под демонов. Тан массовый. Ганнибал пошел забирать. Да бесы почему-то в РДД зону убежали. Я нашел причину, потому что мой бес кастует. И чё? Стан, да. Они на него спят. Метка на мне. Каш, как заходить будешь? Я не бал стан масса. Пошел бесов, блядь. Может забрать. Забираю. Да, забирал. Захожу. Вот, темечка. Как раз семечко. Стой. Там бесов добейте, РДДшники. Я добиваю, все нормально. Блять, на мне опять эта хуйня. Хожу, блин, а убегай. Блять, не знаю как. Еще на ком-то мой фиолетовый, смотри, светится, нет? Хожу только на тебя. Вышел. Ну, блять, хожу, сейчас в комнату зайдешь. Кажешь, я тебе дам поездку хотя бы. Старайся убить как-нибудь беса. Сильный. У тебя там кнопочка просто по центру появится, хожу. Старайся в нем держаться. Заходишь? Да, да, он же сказал. Дал. Кастуй быстро и держись в нем. Следующая на мне.
Семечко на мне, Войд, терпи. Ага. Умер Хаджо. Ахуй. Дикий бес, там должен что-то еще появиться. Три секунды я забираю, как раз сейчас на меня переагрятся. Так, ресать хожу. Захожу. А, да, реса, реса. Ресу. Заходи. Блять, не успел щит дать. Поднял на фул хожу. Давай я в кучу хожу, да. На мне семечко. Ганнибал, блять, на тебе нахуй метка, ебать, выбеги. Ганнибал, выбеги из кучи. Дальше. А в чем прикол, почему на меня не вешают? Я вышел. Ну, без понятия вообще. Свеча. Смотри, Ганнибал, будешь заходить в комнату, крикни, я тебе ничего не дам, хотя бы щит только. У тебя там кнопочка появится. Да, у нас АУЕ урона по бесам вообще тогда не осталось. Ганнибал захил. АУЕ дамаж. Давай, Ганнибал, мы в тебя верим. Разжиги ему, ебал. Шарики там, просто... Шарики собирай. Ты должен его бить и шарики сжирать. Чтобы отхиливаться. Массовый стан, да. Ебать, у нас вся толпа, все, заходим, умираем. Все, у вас все. Вот что, могли мы сейчас все сразу заразиться? Не могли. Ну, я просто, говорю, я просто кинулась сказать, и прослакали момент. Не, нет, то я смотрел внимательно. В смысле, прикол в том, что на меня не повесилась ни одна метка смерти. Мне вот интересно, вы когда в портале, вы стоите на местах их дамажите? Или вы куда-то бежите? Нет, мы бежим к нему. Я Бес появляется на том же месте, где стоит босс изначально. Бес стоит в черепе, я подбегаю к нему туда. Так вот, может быть, когда вы бьете его в черепе, вы находитесь достаточно близко к кресту, не исковое типа мира? Нет, нормально. Нет, я же в первый раз бил так же, все нормально будет. Там от этого не зависит. Он же в другом мире, по идее. Это свеча, я отвечаю, это по-любому из-за свечи, да. Давай в другое место его знаем. Переставимся, да. Бля, ну просто пусть они так стоят, чтобы между боссом и этой свечой не было. Да там такое место, что везде будет. Надо просто босса вывести из-за свечи и все. Ну или лучше просто, да. Вот сюда куда-то его поставим, блядь. Хорошо, переставим. Ну типа, давай поставим как. Ну срез, да поздно уже он бежит. Да, есть. Поставим, как его ставят, типа под этот перед. Ну, возле стола, подальше от стола. А первый раз, когда ставили. Ну типа посмотри, вот ставят, короче, вот где стол стоит, но не возле него, а ближе к входу, но по стороне стола. Ну сейчас разберемся. Блять, у меня хоть типа... надежда какая-то появилась на убийство. Тогда мы поставим, мы кобу поставим тогда ближе к черепу, чтобы ему меньше было бежать к весу. Якут, ты шо, блять, за ОЕ душу продал, я хуй его знает. Так чё по итогу? Сейчас я, блядь, еще оповещение сделаю. Не, все хорошо, все меняемся, и проблема... Да у нас-то хорошо, я, блядь, с меткой хочу, чтобы такой залупы не было. Я потому что она появилась. Я сейчас повествую, что свечей не было. А что толку? Ну ты не успеваешь выбежать. А даже если успеваешь выбежать, то это уже хуево, такого не должно быть. Там успеваешь? Не, ну, блядь, лучше пройти комнату, чем веселить Ганнибала, с меткой. Ганнибала, ты смог в комнату закрыть? Да мы там все заразились в тот момент, когда он в комнате был. Нет, это нет, там вначале была починка, тебе прям сейчас нужна, портуйся. Ну вообще потенциально справился бы с этим. Ну просто интересно. Телепортируйся? А, не нужна пока. Ну, в следующий раз. Смотри, Ганнибал, там, короче, такая тема, то что, я так понял, моб 100% всегда наносит 50% урона. Нет. Не всегда, да? Нет, не 50%. Он наносит тебе треть урона, и когда ты бьешь беса, он спавнит вокруг себя сферки. Сферки подбираешь на половине хп и отхиливаешься. Да, только на половине хп. То есть, если на фул, там на 70 не так. Надо хавать. Убираем метки, ебать все. Я хуй, я зашел, нахуй, успел только шок кинуть, и он меня убил. Ну понятно, у тебя просто нету таких скоростных атак. При этом станы и прочее не работают, потому что в комнате просто аура тикает по тебе урону. Вот, допустим, мы, получается, вот здесь бьем босса. Вот здесь все стоят. Можно как Те, кто люди ловят эту хуйню, один стоит вот здесь, а другой стоит вот здесь. Нет, Жень, я по-другому говорил.
А это что, я не понял тебя, но это чем-то хуже? Ну вот смотри, типа босса танчат, вот где у тебя квадрат, только чуть-чуть ближе к столу. Вот здесь. Так, ты меня висишь, шел вот здесь, что я поставил неправильно. Ну типа, заебись. Видишь, в том месте, ну, в том смерти, ну, дай ему... в том... А. Свечек много стоит. Между тобой и боссом свечек ноль. И там, где луна стоит, есть большая вероятность, что они заспавнятся на вот этом маленьком поребрике и не слезут с него. Он нормально ходит, этот ребрик. Ну, типа, бесы с него спрыгивают и идут к Ходячие, это не такое вот, как вот эта хуйня. Так ты ближе к свече встань, ну, вот где, да, босс стоит. Да, типа. Подвинуть. Да, вот ближе к боссу луну. И все, и они пробегут нормально. Вот и все. Попробуем. Ну, тогда... Отодвинь квадрат вот сюда куда-нибудь, где я стою. Это я ж метка, блядь, для вас, вы можете... Не, согласен. Вот, да, не, видишь, так танку будут бежать напрямую, ну, в смысле, к хилам. Да вы можете встать сами, как вам удобно передвинуться, это условные метки, вы же сами стоите в этих метках. Коба, ты тогда, ты в луне стой. Тебе ближе будет к бесу. Хламобот пока стоит, ребята, все, не забудьте починиться, хламобот. Где стоит? Вот. Где? Он, вот. Хламобот, блядь, Ганнибала, Кобы, возле креста. Блядь, надо нас метки поубирать, Миша. Не видно, нихуя. Да, уберите метки в натуре за лука. Блядь. Дай пома просто, я быстро поубираю их все. Да, я быстро поубираю. Сейчас через полчаса его отобрал. Давай как раз 2 минуты КД на БЛ. Может, у меня. Может, тут босса держать вообще, не? Вон где метка, где тропа. Да какая разница? Да-да. Согласен. Все плохо. Не, угол в этом плане чуть-чуть получше. Угол так, короче. Все, лапку пристабав, да? А, у меня реги кончаются. Где там хламобот был? Да, ты прям вот в нем прошел. А что за хуйня, Степанида, где ты? Я лапу даю, почему тебе лапа не дается? Посмотрите, что на нем не дается, или на нем есть? На нем... На нем нету лапы. На нем интеллект. А тебе удалось? Себе баф на свиток интеллекта, поэтому лапа на него не дается. Убери свиток. Все, бафы. Ну ебать, нихуя ты. Так, ну ладно, что, короче, все готовы? Ебать, готов. Вы готовы, дети? Твой отсчет. Да, 30 секунд добыло. Да ладно, ничего страшного. А ты не умирал, что ли? Тогда, Белл, не давай хожу, тебе скажет локал, когда дать. Не, вот мы здесь. Прям в стеночку встаньте. Вот мы здесь, мы с той стороны, да? Коба. Ганнибал стан. И пошел. Все, давай, Бэл. Войд забираю. Стан на ОЕ пошел. Заливаю тебе где-то. Я сейчас вижу, нет, клоп. Лево сейчас побегут. Коба. Ауе стан, Ганнибал. Не давай им кастовать эту хуету. Давай им стан. Локал, когда будешь заходить, скажешь. Я крикну, да. Давай, прохиливай, захожу. Ганнибал, метка. Вышел быстрее. Да, попробуешь закрыть. Близко, вот, к ним не стой, там. Близко к ним не стой, близко к ним не стой, Ганнибал. Хуйта какая. Но мне по семечка, так что вот терпи. Угу. Я вышел. Хотя, а чё я уебываюсь, а бабл прожму и все. Степанида умер. Дайте БР. Аркрайт. Чё за урон такой дикий пошёл? На бес где-то там, где он либо нет. Аркрайт, дай ему этот хину на ману. Бесов заливать надо. У нас нету ретрика. Похуй, РТД, все должны заливать. Да, Валера, прожмись.
Нету, я все уже прожимал. Что хуйня, блядь? Почему нахуй кидается эта залупа? Ну вот, хуй знает. Она точно кидается на тех людей? Хотя, блядь, может, первый. Да? Может, не успевает заходить, выходить? Нет, там... Или не нет, вряд ли, да? Минута проходит, может, он кидает. На него метка повесилась еще до того, как я в комнату зашел. То есть во время моего каста медитации. Ну, так минута проходит, каст появляется. Может, три человека надо на метке ставить? Да, давай три попробуем. А кто у нас, блядь, дамажит? Я на этом трае вообще метку не ловил даже. Ну, тем более, это если вот, нет. Вот, тут не нужно три, тут их два. Может быть, а есть предположение, была, что Коба, тебе нужно дальше стоять? Да нет. Вряд ли. Между просто Локлом и боссом охуевшее расстояние. А Коба, блядь, стоял, в принципе, на том расстоянии, что мог даже бурю, блядь, задевать бесов вообще в мили-зоне. Ну я же стоял дальше рейда, когда Локл ушел, правильно? Там дело не в том, что дальше или рейд, или ближе. Там за определенной чертой должен стоять. Бля, как Ганнибал, он все время стоит в мили-зоне. Ну вот если Локл был в комнате, а Коба был не дальше определенной метки, то кидается случайного. Ну, значит, Коба чуть дальше. Давайте еще раз попробуем точно так же. Но Коба чуть-чуть дальше станет. Луну надо передвинуть буквально на метр. Говно ебаное, меня прям бесит это говно. Да, босс ебаный. Войт, вы же закрывали. Че, как вы делали? Я не закрывал лично этого ебаного босса на X4. Я его закрывал на X2, нахуй. Это было пиздец 2019, блядь. Ну-ка, давай еще раз, блядь, метку прочитаем, нахуй. Да хули там читать? Ну вешается метка, демедитация. Главное понять, на кого он ее вешает, как, блядь, он выбирает цели. Да, дело не в том, что поставим. Поставить можно как угодно. Пишками. Кто Пишка такой Барамир, что... блядь? Так как я понял, хулипал, которого скидывали. Я хуй знает, хоть как его поставить, но надо, блядь... Я не знаю, блядь, ну... Я вот вижу, Ганнибал стоит, дамажит у босса, на него кидается метка, нахуй. Да, причем стоит милизон. Не, ну если Коба стоял в луне, то это, ну, большое расстояние этого должно быть. По-моему, да, блядь, там не сделаешь так, что типа ты на кого захочешь, на того будет кидаться метка. По-моему, он рандомно их кидает. Так и делается, он кидает на тех, кто дальние цели. Ну так а хули он не кинул так... на Кобу, блядь? Тогда бы не ставили людей так. Так а хули он не кинул на Кобу, блядь? Почему? Знаю, ну так на Кобу он не кинул, значит, либо рейнджа не хватало, либо что-то еще было. А вот так Коба, еще дальше. Еще дальше вот. Пускай, ну, стоит. Вот какая вот, ну, блядь, ну, большая рейнджа сейчас уже. Даже можно еще дальше, блядь. Вот сюда, ты, блядь. Ты смотри аккуратно еще дальше, а то там на угол залетят. А вы еще подумайте про тот момент, когда челик выходит с метки. И получается, ему что, в свою метку надо вернуться, успеть до того, пока вторая, третья... Они в ней появляются. Да. А, ну все. По-моему. Ну, типа в тело возвращается там. Да, где тело оставалось, там ты появляешься. Смотрите, что на форуме пишут. Там пишут, что если на тебе семечко есть, то метка не вешается. Охуеть. Подожди, стоп. И тут ответ 26 октября. Разраб пишет, что типа механику выбора цели изменили, теперь навешивается рандомно, а не на самого дальнего игрока. Ну вот, нахуй, вот понятно. Тогда слишком много совпадений, что всегда кидается на дальнего у нас сначала. Вот именно. Нет, тогда слишком навешивается рандомно, тут ответ. Ну ты видел, блядь, нет, все трое нахуй кидалось, точно первая метка всегда на самого дальнего. Тогда получается, что исходя из этой логики, все должны стоять друг от дружка в ебенях. По логике. Чтобы не, в случае не, не, не. Чего... А нахила, если кинется, он же не закроет. Типа, ну это же...